Всем-всем привет, с вами, конечно же, Миш, и это Тайга. Да, я знаю, что я долго не снимал, но все равно. И как-то давно не снимал на компьютере. Так, а мобы есть? А легкую поставлю. Так, одну секундочку. Я сделал, чтобы мне было удобнее, потому что сегодня одна задача есть. Расскажу о ней чуть попозже. Ну и так. Я тут чуть-чуть погружал мой домик. Не хотел с ними драться. И все такое. Эй, ладно, давайте подеремся. Сегодня скучно. Кстати. Стоп, у меня... Шест? Поздравляю. Так, на этот раз сейчас мы просто расследуем место. Я поступала, значит, место сохранено. Конечно, мне жаль, что я играю на 1.7.2, но это ради модов. Ну ладно, пойдем в шахту. Хотя не, мне нужен хлеб. Смотри-ка, есть. Мне нужно два хлеба. Ровно два хлеба. Я где-то тут ферму делаю. Да, вот она. Не, я туда не пойду. Как же долго. А, точно, я видел скелета, а значит кости. Идем. Ну и вот. Задача такая. Мне нужен два хлеба. Получается еще опять пшеница. Как же это долго ждать? Давайте железка. Стоп, а уголь есть. Если потеряю железо, все. Я за ним старался, бегал. Не сказать, что это тайга. Хотя тут ничего интересного нету. Хотя есть уголь. Ладно, пошли. А я поставлю на паузу. Увидимся через раз-два. Ну, я рядом уже с печкой. Древесный уголь будем использовать.
мне нужно разобраться с едой. Выйдем сейчас через раз, два. Я нашел овцу. Как думаете, что с ней делать? А, точно, от нее мяса все равно не будет. А то я уже привык, что на той версии игры от овцы тоже падает. Стопы. Вот. Простите. Я только что из больницы. Вот он был только. Ладно, а теперь мне нужна миска. Знаете, для чего я делаю? Ну, теперь могу бегать хоть. Она такая быстрее печется железом. Ну, теперь мы будем ковать железо. Ой. Вот 4 миски. Во. А можно и так неплохо есть. Так, у нас есть 15 железа. Что бы сделать? Ну, во-первых, я сделаю себе новые вещи. Пошли. Ладно. Через пару секунд увидимся. И я чуть-чуть потоптал, но я очень много ждал. Для вас это прошло всего 4 секунды, а для меня это в Майнкрафте как 3 дня, чтобы выросло вот это количество. Ну ладно. Я просто из сундука брал. Берем 2 хлеба. И туда настоящий НПК. Не знаю, что в переводе значит. Короче, я нажимаю и вот его зовут Найк. Приветствую, Найк. Ой, Найф. Сама была не прям. Hello. Мишоли. Угу. Подвинутая. Может, чтобы торговал? Не. Хакса у него friendly. Активности. И спаун, да. Настроение рукопокосного боя, настроение дальнего льва, бла-бла-бла. Так. И-и. Ой. Не то. Бродит. Отмечает путь. Стоит. Бродит. Вот пусть он бродит. А готов. Поменять ему скин? Ладно, поменяю. Можно я выберу? Нет. Ну, блин. Вот этот хороший. Из деревни? Нет, вот этот. Мне вот этот нравится. Не, мне этот. Ну, вот Найф. Твой дом. Hello, Мишалый.
Опять ночь. Я такой тупой, что не знаю, что говорить. Ну, он будет возвращаться на место. Так, если найдет врага... Не, респаун. Так. Скорее, мы не рогали на солнце. И. Может плавать, искать убежище ночью. О, он в убежище. Я все испортил. Да юшкин. Не то. Вот найф. Вот найф. Все, пусть просто бродит. А я спать. Так, активности с появлением рядок тела. Ой, то не будет, нет он нападения, тип создания обычный, свет это регенерация здоровья, да? Заместерию. Пусть открывает может глаза. Избегать воды, вернуться на место. Да. Ну, ударить. Всё. Не, я его нормально на стол. Ударить. Так, а сейчас мы пойдем за грибами. Ну, погуляй, Найф. Все равно тебя из мобов никто не будет бить. Почему? Да потому что он не против мобов. Вау. Разорвал это грибодейский все-таки. Ты грибы здесь ни хрена не найдешь. Я? Люблю шампиньоны, скажем. Нет, я имею в виду в этом лесу, который ты сейчас брать. Да это нормальная тайга. Прохладно. Прохладно. Так, ах. Ты сейчас сдохнешь? Знаю. На, получи. А ты нет. Ты стрелец. А я заезжу. Я ищу эту еду. Ешь грибок. А, точно, они уже только в... Мне грибы понадобятся. Потому что хоть ты хочешь сделать теперь стаб-ап. Пропустил один гриб. Ну и что? Мне 6 пока что простых дохватит. Теперь мухоморы. Нету мухоморов. Они водятся только в другой местности. И тем более в аду. Не только, я их тут видел. Переключись на блок, тогда увидишь. Ну вот и жратвон ушел. Грибы тут нельзя есть. Я имею в виду. Стоп, правду. Это же могила. Я овцу имею в виду, дебил. Вау. Охренеть. Так, а где мой дом? По ходу дела гору немножко разорвало. Вот он. Только мухомора не нашел. Ага, как будто жалко. А то я там сдох. Да ладно. Потому что мне нужно кое-что приготовить. А я сейчас посуму. И вы... Опыт мне пока что не нужен. Опыт.
Ладно, я еще поищу грибы. Точнее, мухоморы. Ну, не суть, это уже грибы. Еще мухоморы. Вот нету мухоморов. Я их видел, что они были один раз, видел, что на деревья. Ну ладно, я буду потихоньку закончивать всем. Спасибо, что посмотрели мое видео. Подпишитесь на канал, если захотите. Поставьте лайк. Всем удачи, всем пока!